То есть вот в него и влетело. Считай, прям с нормально. Диспелом сейчас будет проще в 100 раз, нахуй. Ну это понятно. А что там ХПС был? Я не знаю, с Хапалом больше ХПС. Сейчас посмотрю. Ну, смотри, ты 6500 давал, я 5200, и вот 1800 по рекаунту. Да, и я 6100. Не, у меня ты 1800 давал. Потому что ты смотришь только хил без абсорба. Ну, скорее всего. Кстати, на вальках щитки... Нажмите сумон. На вальках щитки, которые пишутся, это баг, это не щитки ДЦ, это вот эти вот шарики, которые летают. Они приписывают ДЦшнику свой этот абсорб. В смысле, там наводишь на свой ник и показываешь, сколько слова вот силы щит. Они, вот слово силы щит, вот это приписывается щитки именно шариков, которые врезаются в людей. Так они же не хилят, ничего не дают. Ну а вот такой баг, блять, они приписываются в слово силы щит. Ну хорошо. Странно, что у меня тогда ДПС ШП не растет, потому что на себя тоже щит. А он не будет, ну, не будет расти, там только щитки эти увеличиваются. Типа посчитай, сколько щитков там вешается на вальках и сколько на другом боссе. Там столько щитков, что ты должен в секунду 18 щитков нахуй прожимать. Че, давайте фулл баф. Я воида кинул к милишникам, кобу оттуда убрал. А надо, а еще надо сделать так, надо, блять, чтобы я тотем нахуй давал пацанам нахуй. Или они... Ну, у тебя он, ты его в центре поставишь, он с центра, сколько у него радиус, он доставать-то будет. Тотем, блядь, на пати действует. Ну, я тебе я про, манов, я про мановский тотем. Ман, да все же... это нравится работать, вот поставь тотем. Вот, на мне МП-5 висит, так что пофиг на вот, меня. Вот, поставь тотем сейчас. Ты думаешь, он на другую пати Блэд. Будет давать? У тебя есть тотемы, которые действуют на весь рейд, а есть, которые на пати. Да, который этот, понятно, что он на свою пати. Ты про него говорил? Ну, про ману. Ну, понятно, что он только... Ну, так своей... надо кого-то сюда кинуть, чтобы ему это... Я не знаю вообще, зачем Войда именно к миликам поставили. Потом ну, очищение. Потом очищение на пати действует. Ну, все, понял. А во время боя ты не перекинешь. Ну, и резист на силу природы ставь. Так, сейчас да. Дайте сопрот. О, мы еще на чат. А земли какой там ставить? На броню? Знаете, спасибо, что напомнил. Вы. Да, на броню. Не знаю. Я слетаю, банки возьму. А, подожди, Кать, поставь джипс, у меня уже 18%. Кстати, да. Знаете, джипс, чините сразу и банк. С ума нет меня? А, давай не... быстрее. Соточку. Так, говоришь, значит, после вот этого пидора арканского, может быть... Да любой. Может быть электрический, да? Электрический первый? Нет, не первый всегда. Арканический. Первый аркан. То, что посерединке. Башки. Понял. Блять, где оно ебаное масло? Он что, ты сумонишься? Я себе грудак скрафтил, но 45. Кон, тебе сумон пришел? Да, пришел. Все, давай ждем. Где джипс? Чинитесь на джипс. Он уже тут, локом. Кон, а все бафы есть? Вроде все. Прикольно. Начал Кона смотреть тот момент, когда он пьет фласку, и она у него в осмотривании есть. Ладно, не суть. Так, все, даю отчет и поехали. Руны будут. Я закрою. В центре.
со мной. Дальнюю закрою. Еще рядом со мной. Пожмите сейчас. О, ебать. Что-то. Сейчас руны будут. На руны побежали. Рядом со мной. С руном будут. Я в дальнюю, Кать, встань. Рижу поднимается. Бля! Бэр, встань. Встал. Кто там есть у тебя на ману? КД еще 30. Тебя прохи. Им даю на ману пока. Руны. На руны стою. Самую дальнюю закрываю, рядом со мной еще один. Ну я просто не успел. Ну что, вы угораете? Я же говорю, я кастовал, стоял, блядь, аркан. Вать! У нас минус двое. Чем два хила? Да, ложится. У меня ноль подвижности, я стою, кастую гимн, и никто не бежит на дальнюю руну, все смотрят. КБД, диван. Я хотел сферу проверить, как она там работает. Не успеешь. Что, диванов нет? Нет, не дали. Я знаю. Можно предложение сделать? Давай. Короче, коль у нас падает старижа, можно сделать так. Просто ему не вставать в руну. Так дамаг-то по всем приходит. Он не идет по мне, я же не встаю в руну, он по мне не проходит, он вы 5, получаете. 5 метров вокруг дамаг от руны. Да, да, да. Ты видишь радиус, по которому бьет руна. Ему просто, скорее всего, рядом с ним кто-то еще стоит, и все. Из-за этого. А кто лучше дальние руны тогда заберет? Вот да, именно. Не, ему так он в центре стоит. Ты пойми, что центре, он умирает. Умирают там ебать все. Там вот все прям умирают. Просто ему не везет, что у него два коста сразу вылетают всегда. Он в центре стоит просто потому, что у него блинки есть, он откатывается быстрее, чтобы он бежал в самую дальнюю руну. Щит мага. Я видел, куда бежать. Что Сарижа стоял на месте, под ним появилась руна, и он решил никуда не бежать. Попробуй ему щит маны. Попробуй кидать ему щиток только тогда, когда эти руны появляются. Да, он всю ману сразу отдаст. Ну, нет, я не про его щиток, про свой ДЦшный. Да это понятное дело, я так и делаю. Все равно вздыхает. Да, ну, я говорю, в него влетают вот этих два коста, и все, пиздец. А у Сарижи есть какие-то щиты на маге? Он может один щит, но он без маны останется. Я знаю, что надо сделать, надо этот, как он называется, блядь, на хп что-нибудь зачарить. Банку выпить какую-нибудь, или, блядь, да нет, триньку танковую на хп взять. С РБК. А чё, абсорб дает, заебись. Да. У тебя Столгорода есть баджики? Погнали пробовать, чё вы? Давайте. Шкаф. Ну мы ждем, пока гавар у нас, как обычно. Так я вам сказал, шкаф дайте. Дали. Да, шкаф уже стоит. Долго жмете. Может тыкните, нет? Так, куда там тыкать? Блять, куда ты убежал, блять, вот скажи мне. Встаньте впритык, поднимите камеру наверх и смотрите в щель. В чью? Видите, там порталы, нажимаете. Я там Гау видел. Ты. Жестко, жестко. Ну это специально для нас оставили щель, нахуй. Чё, кого сумонить? Щёлочка. Ну всех остальных, меня, Женю, Катю, Сарижу, Обу. Щёлочка.
Щелочка. Щелочка. А бразилец с нами был? Он смотрит. Тогда он был с нами, да. Так, а сейчас он в зрителях. Ну, так, возьмите его. У вас будет больше РДД. Только вместо кого? Давайте вместо меня. Это Гава, да? Я тоже, если что, могу уступить. Ты сиди давай. У меня просто с этого босса почти... Ну, на данный момент, конечно, но у Коны больше идет урон, чем у Гавы. Кому что? Еще сумон, блядь? Копи. Бас, нам нужны РДД, у нас вообще не получается. Ты пойдешь, бразилец? У него, кстати... Ну ты же смотрел нам... видос. Да хрена там тактика там говно, вам просто... Нам как раз РДД и нужен. Ну... Давай, бразилец, заходи. Не выебывайся, короче, я полетел, берите его. Давай, Гава. Ты бразилец, у тебя уже видов нет, лучше бы ты просто не писал в гильдию. Да, молчал бы, сидел, ёлки. Пацана, блин, помогает. Один раз я в ШП был, мы перевели босса. Получилось у нас два хила тогда. Ну, да. Что, ты будешь попробовать опять два хила? Не-не, просто констатирую факт. Да ебать тяжко, нахуй. Там хэпал, который у меня, он хосты в нем мало, нахуй, для таких боев, блядь. Надо касать. Кирюха, видишь, там когда кислотно выходит, милики вообще, ну, пиздец. Стоят да. И курят. Да ебать, да били милики нахуй. Просто им ставится ебаный тотем, блядь. Их хилят. Били миллиган. Били миллиган, блядь. Ну, я лично проходил, когда первый раз, я бил фуриком, блядь. Просто диспейли и хили. Миликов били нахуй. Просто вот у меня, блядь, слабые хилы. А, раньше можно было бить, потому что раньше фрейм у босса больше был. Так и сейчас можно, блядь, они прохиливаются. Только три да хила, не поставил тебе танкист, тебя просто выбрали как более оптимальный вариант, брас. А Гавр уступил тебе это место. Мы просто хотим пройти попробовать. Просто надо закрывать хоть что-то. Как-то да, что-то. Гавр спалили. Да, что за... У меня сапрот висит еще 50 минут. Я 100 голды за него отдал. У меня тоже за 50 минут висит ГВ. Да, но ты сейчас будешь страйк, а я-то нет. Ты пойдешь в танки? А где Лугу? Ребята, давайте, не пиздим. А я бегу. Нажимайте. Бразилец, смотри, короче, по тактике. Ты и так все видел. Там все четко. У нас первый органический. Так что тебе нужно будет стоять и забегать в лужу. Тебе нужно в дальний, потому что ты хан, ты можешь отпрыгнуть, в принципе. У тебя КД небольшое. Стоишь в руне, ждешь. Ты увидишь как раз из руны типа такой органический взрыв. Небольшой. Значит, руна закончила свое действие, из руны можно выходить. Да, все, в основном просто стоишь, бьешь. Ну, может, и стоять не доталом, что нет. На электрическом, самое важное, если ты добьешь сферу, у тебя появится по центру кнопка. Прерывание каста аннигиляции. Ты, наверное, макро не делал, макрос не делал, поэтому просто, если у тебя появляется такой спелл, стой, смотри на босса и жди, пока тебе скажут сбить каст. Да. Теперь у нас нету крика на ХП, блядь. А бес там чуть меньше дает. Они не стакаются, все что. Бес дает 1300, крик дает 1200. Да, чуть меньше, сука. Че, рыбу поставьте кто-нибудь? Да, че, нету? Да, РЛ богат у нас. Зато приста бафа в этот раз не забыл. В смысле богатый, это Валера на рыбу собирает, а я ее потрачу. Все для гильдии. Нашел раба, блядь. Ты тоже? Все для гильдии. А, ты охуел? Че, ты как-то платируешь?
Да, ты на самую дальнюю стоишь до конца, да, пока не пропадет. Ты, в принципе, у тебя, в принципе, рейндж большой, так что ты можешь бить. Руны появляются там раз в какое-то время. Все, подходит. Да. Это все анонсится. Сейчас подожди, стой, да, я все скину. Да стой где-то вот здесь, в луне посредине. Все. Готовимся к рунам. Руны. Я дальнюю закрою. Возле меня руна, быстрее. Все. Живи, живи. Сейчас я Сариже дам зубы на этот раз. Так что Сариже не зубы, ничего не делай, хотя зубы. Руны. Дальнюю закрываю, возле меня еще одна, быстрее. В следующий раз Рижа может быть прожать. Локал, что не хилить? Я далеко от него была. Бегу. Прохильте. Сарижу поднимите. Руны. Я тоже закрою, закрывайте дальнюю. Все твои прожимочки отдаем. Ебать, блин, что нахуй? Хули мы меня не хилим, блядь? Сука. На Кате СС есть. Да уже нету. Я не поехала и не успела прохилиться, он меня сразу кастанул. Ну, ты поешь. Не так. Давай, давай, диван. Кать, ты говоришь, я вот сейчас встану. Я сижу и на тебя щит вот так вот тыкаю правой кнопкой, чтобы ты встала и тут же его полутала. Окей. Ну, в меня влетело сразу два спойла, вы бы не отхилили. Они в одну секунду влетели. Да можно было, я просто не доставал что-то. Да локал всегда далеко, а то от меня, то от тебя. Ну потому что я самую дальнюю закрываю, у меня ну, портал. Ну Катя, стой посередине туда. Я прям где шаманы, где тотемы, прям в тотемы встану. Меня поднимите быстрее, пока босса нет. Стой. Блядь, сука. А я бы отсюда его не сакрил, кстати, босс. Такая тишина, тишина, он сидит, смотрит, бля, и главное, прийти с нами потраить нет, но посижу, послушаю. Сразу понятно, про кого ты говоришь. Да, да всем уже понятно, про кого. Так, я его что-то тут не вижу. Нет, я вот что-то не вижу. Я жена спит. Вот так вот сидит, подставляет нас. Чего подставляет? Валера рыбу делает в тот момент, когда мы траем. Да, да, у нас же БЛ есть, давайте БЛ на арканическую фазу отдадим. Давай. Просто, чтобы быстрее его перевести, потому что она самая жесткая. Че, вы тут в три хила? Ну, а делать что еще? В три отхилить не можем. Это, руну, если одно тело забежало, то второе должно выбежать, потому что дамаг получит двойной. Не двойной, а просто оба получат дамаг один и тот же. Ну да, хуёво все равно. Поэтому да, лучше по одному закрывать. Только оба не выбегайте. В чём прикол? Чё, БЛ тогда с пула будем давать? Не, давай БЛ после первой этой рун, чтобы босс встал, мы еще и подхилили побыстрее и все такое. Но просто у нас до первой руны больше времени будет. Как хотите. Жень, приста бафа. А, есть. Чего-то не хватает. Ну ладно, нет, смотри, решай сам. Не, уже после первой. После... Ну ладно, поставим босса и дадим бейл тогда. Вот так. Угу. Даю отсчет и поехали.
Давай, Белл. Сейчас будет руна. Готовь внизу, подавай. Руна. Дальнюю самую закрыл. Готовь, ну, внизу, подавай. Все, отлично. В следующий раз зубы сорежет. Руна. Руна. Дальнюю самую закрыл, возле меня еще одна. Есть кто-то у нас? Меня прохильте. Танк поднимаем. Еле успели. На Катя живее. Хоть так. Сейчас глыбу уходи, сорежу. Руны. Дальнюю закрываю, возле меня еще одна. На свой упал. Хилим. Я туда побежал поближе. Сейчас руны будут. Руны. Возле меня три еще, еще две. Дальняя, быстрее. Ебать. Я прям кастала выставить, она не могла отхилить. 1% до перевода. Руны. Возле меня одна еще. Пришло очень быстрее. Все, перевел. Нормально. Это ядовитый. Давайте в луну. Встали все. А у нас войда нету. Ну, значит, милики не будут. Ну, я хуй знает, что делать. ВР, кстати, еще, да, 4 минуты еще. Ну, РДД у нас теперь 3, давайте пробовать. Это поддерживаю в основном там, потому что всех разваливается, я щиты раскидываю. Нормально, я думаю, можем успеть. Но потом, блядь, с рунами охуеть. Ой, с этим, с сферами. Ну там, в принципе, дамаг не такой большой, по рейду идет. Там просто нужно быстро сферы сливать. Да. Куда он, сука, побежал, уёбок? Питер ебаный, сука. О. А эти стаки бобом снимаются? Без понятия даже. Так это не физика, не снимается. Это яд. Нет, это хуйня какая-то. Ну подавай, мы ещё прожиматься, если чё. Яд не будет от боба сниматься. Слышишь, подал? Нам еще 16% сносить. Ну, потеем, что? Катя на фулах держу. Я помогаю по ситуации. Не зыбку отдал. Кровь вампира прожму следующую. После незыбки. Уже сносит больше половины тебя.
Ебать, подумай его, блядь. Что там пиздец? Подымай его. Сейчас нам, блядь, на флаг. 10%. Дим жмак, пиздумал. У меня все в КД. Ну, по КД отдавай, что появляется. Бля, продержись еще минуту, у Кати есть БР, если что, она тебя и БР не. Я тебя поднимаю, заранее кастуй сразу, у него юрхила. Зеленка, че? 6%. Жопит, блять. Зеленка снялась вообще махом. Мне бы на ману хватило. Я без маны. Че на ману, я не понимаю. Вы сейчас оба сдохнете. Че на ману, Катя, я не понимаю, ты не говоришь ничего. Маны нету! Блять, ну нормально, скажи, что гимн дает. Блять, пиздец. Подавана, подними. Катя, нету! Мол... Да не, это, блять, нереально. Да если бы выжили, хилы, то что, прохилили бы. Ну, мне кажется, Катя, у меня мана, что, чего мана, какая там мана? Там Коба сказал, маны нет у него на диспелле, это все, это пизда. Мы падаем, я не успел. Ничего, я гимн сейчас дал один тик, он бы всем ману поднял, на сколько там, на 20%. И все, я бы дальше гимн не давал, и дальше прохиливали. 3% оставалось добить. У нас если бы сейчас Войд не упал, и еще двое, я думаю, получилось бы. Да тут главное, что Войд не упал, и все. Достаточно, да, Войда. Да. Достаточно всех, чтобы, блядь, еще иконы, нахуй, был. Чтобы так, блядь, подаван 100 стаков не держал, блядь. Чтобы, блядь, перевести было время. Довольно долго жил. А что если, допустим, Кона включает лед, селенку и прожимается весь и держит. Типа, чтобы стаки скинули? Чтобы, да, ну можно, но я не знаю, сколько он физически бьет, нахуй. Если у него защиты, видишь, нету, он по нему кританет и все, он сдохнет, нахуй. А сколько стаки висят? Да, тот же вопрос. Они висят там что-то секунд 10, секунд. Отправляется где-то секунд. 7. Сколько секунд? Ебать. А коны продержатся столько? Ну, они обновляются, это стаки где-то, я не знаю, где-то на... Ну, я говорю, там остается где-то 7 или 6 секунд. Ему, по сути, надо перехватить. Так, а у кого мы с вами Габра получалось щелочку проходить? Да, кон пошел сейчас. Это боком никак не могу протиснуться. Но... Жирный, сука. Сиди, я у панды косатый, короче. Слышишь, это Коба? Что? Ты умеешь это? У тебя есть вуду какой-нибудь хилбот? Нет, ручками. Нажимайте. Он ручками нас здесь вылет. Нажимайте. Нажал. Заперт. Все, сумайте. Ну или я хуй знаю. Ты флешку можешь покидать? У тебя есть фреймы рейда? Нет, это фрейм это есть, просто в кого? Ну, блядь, ну в меня хотя бы. Если вы в три хила не справляетесь, какая флешка вас спасет? Ну вот именно. Да пиздец, не говори. Днище. Не, если не кидать, то тоже ничего не спасет. У нас попробуй покидай. Да не, можно убить, я вижу, вот все, типа, просто сложно. Да можно, блядь, просто тут пиздец, надо помогать, ебать. Покидай флешку, там, по мне, по Саришке. Меня засумуньте? Да не... засумуньте. Брас, пошли назад. Тыкни, Войд, тыкни. А, там же есть. Я вижу уже прям свой посох. Угу. Мечтаю. И главное, его вырыли еще. Че, всех сумрали? Оба, ты сильно не ускоряйся, я за тобой, сука, отойти надо. Не, флешка заебись помогает, блядь. 1007, блядь, как кританет, блядь, заебись, блядь. Просто там такие моменты, блядь, вроде тычка приходит, допустим, у меня 6000 хп, а тычка приходит 8000, там, если бы какая-то флешка прилетела, я бы уже не сдох. Не успеваю доставать. Так, такой вопрос, сколько у тебя до отката, чтобы подняться?
Я не ебу, нахуй. Вот там есть это... 6 минут. У тебя показывают? Да. 7 минут, а СС на сколько? Не по каналу. СС сейчас могу повесить. Может, а лучше не по мне СС-ку давать? Наоборот, лучше по тебе, потому что ты у нас тоже падаешь. Окей. И там откатится, пока мы дойдем или бахнемся. Были бы... Был бы сейчас... Сейчас лучше то, что РДД больше. Прям хорошо получилось. Да. Ну вот еще плюс один РДД, ты. Если бы они в два хила справились, то мы бы уже забрали бы. Можно в два хила лучше. А если попробовать просто сейчас в два хила? Да ну. Да мы отвалимся нахуй. Войт не настолько мощный хил. Я, сейчас. Блядь, хуёвый хил, кошмар. У меня 4 нету. А ты когда умер, там еще после этого были лужи? А, ну да, он тем более сейчас не прохилит. Мана сядет. Нет, грулмаги вряд ли буду. Пусть знает. Если, может быть, там и какой-нибудь соберу, то спонтан. Я буду собирать. А у меня рыбы больше нет, ебать, ставьте. Ты на четверг ничего не планируешь? Нет. Банк тебе ставить? Я поставлю, да, в календарь. Может, рыбу поставить. Давай наоборот, в четверг Каражан сходим. Каражан? Потому что пятница, Новый год так-то. Ну, Каражан я это до груля соберу где-то с 10. Не, ну смотри, у нас сейчас три рейда типа активных, которые я точно буду ставить. ВК-25, ВК-10 и Карагер. Женя, поставила где 10. Ну, смотри, вот давай объективно мы в пятницу и в субботу не пойдем в Карагер. Давай на четверг, давай. У меня все равно выходной, мне прививку вторую поставят от короны, я нахуй буду умирать, но и рейдить, блядь. Короче, мы так и сходили. Сука, умри. Ну, либо давай вот, например, да, вот четверг поставим ВК-25, а Каругер на воскресенье, на второе. Давай. Воскресенье на сутках. Ну, тебе что приоритет? Тебе вот какая инста приоритет не будет? А, мне вообще похуй. Так же, как и мне. Макс 25. Ну, я это... как у меня просто четверг и ВК-25 лучше, потому что ну вдруг еще что-то по шмоту выбьем. Ну да, там... Как же вариант. Я на следующем КД... Лучше Нуба все-таки убьем. Я на следующем КД из 7 дней только воскресенье на сутках. Остальные все хуя. Ну, воскресенье тоже надо читать. Ну и ВК-10 воскресенье поставлю. Так, ну че, короче, бахнем сюда по шатрайду. Не пизделись. Не, заебись, сейчас у нас народу хватает всякую хуйню ставить. Мы даже в любой день можем добивать ходить. Раньше, не, раньше, если в этот день ничего не закрыли, все нахуй. После фазы с я, ну, там будет электрический тип. Там нужно сферы бить, и лута, кто последний ударил сферу, тот лутает специальный спелл, чтобы сбивать каст, а не гиляться. У тебя кнопка будет по центру экрана. А подходить надо к боссу или можно на рендже? В смысле? Там, ну, по-моему, кидать. На РНЖ. Ну, там, по-моему, на РНЖ сбивать каст. На 3,5 метрах надо. Так, ладно, что, даю отсчет, погнали. Брас, смотри, брас, они могут меняться. То есть наш может быть не поезд, но может быть электрический. Да, второй рандомный. Геру. Могу падать, да? Может, не надо. Сейвите меня, ёбаный свет. Ладно, падай тогда. Сори, вы прохилите. Готовишь, руна будет. Руна. Дальнюю закрыл, вот у меня еще одну. Рижа зубы там в следующий раз. Ты не зыбку отдавал, подман? Да, да, да. Руны. Готовимся. Блять. Хилки подаваны. Я на щитах сижу. А ты, блядь, зелёнку жопишь. Руны. Руны, руны. Ой, ебать. Я закрою дальний. Бегу. Помогите нам. Быстрее, быстрее, быстрее! Бля. Ёбаный рот.
А кто не врун? А, вот боссом одна руна была. Подаван, падай, на Кате СС есть. Подаван, давай свои пожертвования. Да он добежать хочет. Потому что ты, мы тебя прям очень сильно хилим. Ты разваливаешься, как дырка. Так ты знаешь, сколько там урона входит в меня? Я и говорю, не зеленый. Там автоатака, просто физический урон по 16 тысяч в меня входит. Ну, в любом случае поможешь. Отдавай ее пока, да. Я дал незыбку на то, что это, на... Боже, зеленку отдавай, говорю. Съедай пэта. Ой. Что ты ждешь? Зеленку отдал, короче, на этот, на руны. Ее сразу сняло, нахуй. Ну что, все равно меньше урона. Тут, ну, как бы еще не тот левел, чтобы мы такие, да, хуйня. Тут любое снижение урона помогает. Насколько я помню, ее диспелить нельзя снять ее. Она читала, от урона входящего ломается. Там прям написано. Ну, она просто уже вроде висит, просто поглощает какую-то цифру, нет? Ну да. Она у меня снялась. Это не так. Она количество 75% от максимального хп там, я, блядь. Понимаю. Если оно превышает это, оно просто снимается, исчезает, нахуй, и все. Пропадает эффект панциря, блядь. Она поглощает определенное количество, как щиток ДЦ, нахуй. Да, вот попало это. Мы прохиливаем. Сейчас руны не встали. В чем проблема? Дело сейчас не Ну кому-то надо вон роги или коны делать шамана, решаму, нахуй, мне на хапало заходить. Ну, Валера есть. Валеру давайте запустим. Да, ну вместо кого его засовывать, это тоже вопрос. Если кто-то из миликов не хочет, например, то без проблем. Не-не-не, миликов просто, РДД, так что вы. В смысле, ну, если Валера заходит на хила, Войд заходит на хапала, а я остаюсь ШП. Uh-huh. Да, и у нас туда будет сразу 4 РДД, что очень хорошо. Ну, там бразилец не хочет. Я могу вступить. Кона не хочет. Валера, ты пойдешь, блядь? Ну, а сколько по времени займет? Ну, полчасика не хочешь. Часа три, нахуй. Чего? Ну, все, сжимайте. Кона хочешь? Жмите. Ролл, да, киньте, да, кого да, заменяем, Брас и Кона. Не нужен Кона и Шепард. Кона и Брас, киньте. Да какой заменяем? Нам бразилец нужен. 4 РДД должно быть хотя бы. Кона, ты чё, как? Просто на тебя ничего не падает, даже если мы убьем. Ничего не помогает. Да, вот именно, я и про это тоже говорю. А он уже свалить хочет в танки. Не, нихуя. Да мы полчасика, что тут сейчас? 3 трая максимум. Ой, заходи. Можно потом Мороза потравить. Тира, получится, Шамой, да, идет? Да, он заебись. Ну сейчас будет заебись. Ты заходишь на этого, блядь. Напала? На паладина. Да, сейчас. А он мне здесь. Вообще, блядь, у Валеры сильный шаман. Можно и вдвоем попробовать. Похитить. Ну, блядь. Попробуйте. Заскочил, да? Попробуйте. Чего? Тоже не понял. Попробуйте. Я попробую это. Флешка. Валера, вдвоем похилить, а та подамажит у нас свой. Давайте попробуем. А ты можешь мне тактику объяснить здесь? Для начала. Ты заебал, что не смотрел, что ли? Нет, конечно. Катя, рассказывай, раз ты начала. Молчу. Короче, начинаем бить босса вот этого смотрителя. Ебать урона во всех будет лететь, пизда, там очко рвать нахуй, орать будут все, пиздец. Вот. Все. Там это рунки падают. Рунки на землю падают. В каждую рунку по одному человеку должен стать. У меня же, блядь, чай изо рта полился, нахуй. Топ сам тебе. Вот. Наш 6 рунок, сказали. Они рандомно раскинутся по полю. Если мы у них не станем, давай. Каждый в одну рунку становится. Ну, у нас в основном РДД разбегает, становятся рунки. И те люди, которые в рунках, они тоже получат урон в итоге, но просто не вайпнется рейд. То есть вот эти люди, они прохиливаются. Такие, как я, очень много из Сарижа получают урона, поэтому особое на нас внимание. Вот, можно Сарижу этот щит земли кинули? Нет, медика. Так, что, я каски, да? Сейчас, подождите, не торопитесь, блядь. Да, кстати, заебись, он сейчас будет. Смотри же, давай еще раз столик. И вот такие вот отваливаются ткани вообще до сизи. Потом вот мы его бьем. Здесь только рунки главное. Рунки, бьем. Прохилит все это говно. Доводим до 66% босса, он становится неосязаемым и включается один из двух вот этих оставшихся. Если это poison, это яд, мы все становимся в луну, танк водит вокруг нас босса и все дамажат его, ну, кроме меликов.
Вот. РДД дамажит босс, и все. Но на танке накапливается стак, если долго бить, его просто соншотит. Все, поезд занизи, типа убили. Стой. Че? Еще сопрос. Да блять, ну сука, последний. Я же должен был вести, ты же вышел с сопротом, нет? 6 минут осталось. А, подожди, надо как-то под Авана, наверное, с Валерой в одной пати. Вот, и короче, потом, если включается электрический, он типа один из двух включает, либо поздно, либо электрический второй. Да на под Авана похуй, Катя кинет один раз на него дисплей. На электрическом будут сферы появляться, их бьют ДДшники. Когда кто сферу добивает, у него получается... Ой, ебать, куда я залез, нахуй, ебать. Короче, кто сферу добивает, у того появляется молоток. Его нужно кидать в каст аннигиляции боссу. Все, нахуй, понеслась, сломал игру, блядь. Давай оттуда и будем кидать. Там ничего знать не надо, ты прохилишь. Там единственное, что метка кидается на одного из чуваков. С меткой надо выбегать, иначе ты дамажишь всех вокруг. А, сука, блядь. Тебя под Аван скинул. Короче, Тира, чё, тактика, нахуй. Валер, скажи, что непонятно. Объясним еще раз. Все. Подожди, подожди секунду. А, на ядовитом мы стоим в центре. Если молния, на молнии появляется молния, ты с ней выбегаешь. Если на ядовитом молнии нет. Нет, я говорю, если электрический, то появляется молния. На тебе ты выбегаешь из рейда. Угу. А, появляется какая-то другая молния. Мы ее заливаем. Кто ее сливает, тот должен кинуть босса в каст. Да. Хуйню. Ты, естественно, хил его, я не залежу в любом случае, так что тебе похуй. Понятно. Похуй. Там не молния появляется, а шар. Сфера. То есть там, грубо говоря, два типа. Есть сфера, есть дебаф. Если дебаф, то выбегаешь, если сфера, просто ее заливаешь. Да. Все. Попытался понять. Так, ну все. Все, чихнул, блядь. Все, нахуй. Будь здоров. Ну все, не чихнул, нахуй, за тебя. Все, все готовы. Набухивайтесь, панды. Дай кулак или каску попало. А, Валера, ты, если что, ты со мной стоишь на арканической фазе, вот за крестом. Мы все, да, с тобой закрываем там. Поехали, дай отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Че, БЛ давайте? БЛ. Все, сейчас потей. Много нужно будет. Валер, немножко назад еще отойди ко мне. Потому что все руны появляются еще дальше. Сейчас руны появятся. Руны. Я самую дальнюю закрыл. Все. Руны. Чё? Это тебя выйдет. Заебёт! Блядь, чё с моим ДПС? Я не понимаю, у меня 6300. Так, кстати, Гера, несложно хилить. А ты не в ДЦ или спеке? Ой, не в ДЦ шмоте. Ты, кстати, очень много нахиливаешь. Точно, в ДЦ шмоте, бля. Ну! Ну, знаете, 6000, блядь. Надамажить в хиловском шмоте, это надо уметь. Да. Да хули там уметь, обычно не помню. Прогиб защиты, ебать. Кто там не живет? Быстро пройдут. Ты еще поди слово тьмы смерть тыкал и думаешь, нихуя, что торпеда не летит. Я так думаю, хуля, ну не это, слетело, где нахуй? В смысле, блядь? А че, в смысле, че? Ну, кажется, я в акрибутусе. Как обычно. Сейчас зайдем, а там понерфлено все нахуй. ХП минус 50 нахуй. Дамаг минус 70%, нахуй, как разъебем его, блядь, просто. Трэш отспавненный. Вот повеселимся. Не, ран в пизду. Ран это очень не скоро. Нам бы Мороза хотя бы убить. Да ты я заебешь. Просто, сейчас закрыть только смотрителя, наверное. Времени уж дальше нету юзать сюда. Не, я по сегодня не говорю, может завтра попробовать, если кто-то придет. Я думаю, что люди тоже не могут каждый день играть. Я могу поставить. Я могу.
Каждый день играть. Тоже могу. Что за вопрос? Ну, типа, завтра еще попробовать потратить. Я со среды тоже играю. Каждый день. Ну, я увольняюсь на... Морозу убить и все. И на это когда точно мини. Ну, завтра без меня. Ну, вот. Уже хуево. Да. Монки разбудим. Я завтра буду, а среду сутки. Ой, в среду я вообще ничего не хочу тратить. Почему? В среду, типа, начало моих... Месячных? Каникул. 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 На работу не надо выходить. Отдыхать. Жрать, готовить на Новый год. Что делать? Жрать, готовить на Новый год. Купи просто, да и все. Не готовь. Ой, не хочу я так. Хочу готовить. Я охуенно готовлю. Захожу в магазин, покупаю, да все. Бля, я ляд, ты шеф-повар. Да, вкусно, кстати, всем нравится. Не, ну если Валера как-нибудь едет, я все доедаю с холодильника, в пизду нахуй. А что, Валеру дома не кормят? Нет, я его не кормлю у себя дома. Ну он же не просто так тебе в гости едет. Да, я говорю, ну все, ебать, надо что-то заказывать, Валера, давай скидываться. Он такой, о, не, я домой. Нихуя домой, пиздавать. В другой город. Ну все же. Ну хуль так долго, блядь, пидорас. Вот каждый день в это время в это не влетают, ёпта. Ну почти ж никто РТ не собирает. Запустила. Да не, это как раз пиковый вот онлайн, мне кажется, начинается. Меня нихуя не пускают. Такая же хуйня, она походу. Ну, заходит. Трэш. Вот, зашло, зашло, все. Вижу свой ДТ-шный шмот. Я, кстати, даже 2Т4 нету, так что вы на меня не пиздите. Да понятно все с тобой, Женя, понятно. Сейчас зал трай заруинил. Да. Так, я хочу, Лера, я не хочу. Лера, все зашло. Ну и нахуя? Твою мать! А, ты под боссом появился. Убегайте, выйдите. Опа, дайте бан. Хоба. Я дал. Пошман. Я хочу. В смысле поисон, блядь? В смысле поисон? Да. У нас, поменялся босс. Теперь да. У нас первым будет поисон. Сука, блядь. Ну ладно, может это и хорошо даже. Ну, Геру дадите и сольете его. Да не, его без Гера надо убивать. У нас сейчас РДД много, но он без Гера должен убивать. Бать, метки, сука, ставить надо, блядь. Ну чё, все как обычно, только с поиска надо начинать. Метки ставлю, а то хуйня. Стоим так, всего. Так, что ты кулаки крести даешь, да, и каски? Да, стоим все в луне, и танк его таскает вокруг нас. Начинается, когда это... Ну, короче, на первом, который по шансу был аркан, как встаем, как стояли, бегаем свои метки. Ну и молния, молния, все как обычно, ничего нового. Надо шамана нам в пати. Что в смысле? Истабан же был. Зачем? Вы не будете бить, вы будете стоять. Не будем? Нет. Нет. Ну тут всего что, два миника. Мы вот ДД убьем. Зато здесь вот важно, чтобы выжили все. Потому что включится, блядь, этот аркан ебаный, мы заебемся бить. Давайте подкрытие метку. Молнию, да куда угодно от рейда подальше. Давай я поставлю метку. Например, вот, блядь, в трусы убегай. Просто ищи свободное место, откуда так, можешь дамажить и не добавить рейд. Панды, наебывайтесь. Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, очищение тотем поставил?
Бля, у меня здесь слово «тьмы смерть» никогда не попадет, наверное. Это 4 на 4. Может, летит. Рока, ты сейчас откинешься. Заебись, нанесло урон. Хан, ты чё, поднажми, чё-то мало, разделись. Он трапдэнсить не может. Чё? Он с трапами, ну трапдэнсить не может, короче, в миле подходить. Понял. Ты сильно прям быстро босса не води, потому что у меня есть способность, которая летит. Так, потихонечку, не прям ебать быстро. А что, я буду дисциплиниться? У нас там паладины стоят, отдыхают. Подаван стоит, и вот ты его води только после каста. У тебя там яд, который не диспылится. Чего, отводи, там уже лужа. Вот сейчас видишь, лужу кастует, отводи. Все равно мало, что-то ДПС. Я говорю, бить надо, милики бьют нахуй. Да в пизду. Ничего не изменится, то, что я начну бить, но быстрее убьем, а вдруг кто-то вайпнется. Ну и так вполне все убиваем. Я считаю, успеваем. Ну, хилы скажут о своих проблемах. Осталось тут. Ну да, нормально же, конечно, бить. 10%. Шаманам-то тут попроще хилить, чем с ДТшником. Ну, именно на этом лосе. Что хуйня осталась 3%. Два процента. Один. Давай мы сейчас какой активируем, смотрим. Давай, веди его быстрее на ту сторону, где появится босс. Что мы вообще бедили? Аркан. Все, поехали. Как обычно делаем. Отводи босса. Чего по БЛ? Давайте БЛ. Дальнюю закрываю, тут еще одну. Рунки через 5 секунд. Направимся. Руны. Закроем себя, да. Хорошо. Тут еще одна быстрее рога. Рога упал. Ща бы я, бля, хиль. Быстрее, сейчас. Вторая рога. Сейчас рунки будут. Дальнюю закрываю. Отойди. Поднимайте. У тебя есть незыбка? 1%, 1%. 30 секунд. Давай, сейчас выйдет этот, который нужно бить, мол, эти сферки. Электрический. Смотрим за сферками.
и на метки выбегаем. Встаньте лучше вместе. Чтобы было место, куда убегать. Сразу получит. Серка, поехали. Смотрим, на кого кинется, тот должен молоточек кидать. Чей? Войд, Войд, твоя, Войд. Кидай. Хорошо, дамажим дальше. Сверка, приехали, Сверка. Есть стать, Валер? Есть стать? Давай, прокиливаю. Бразилия. Тихо. Вот сейчас. Нет, нет, подожди. Сфера, сфера, сфера. Вот. Бля, на ком заряд? Аннигиляцию кидай, брас. Брас, в босса, убил в босса. А оно что-то не было или что? Ну, почти. А он, наверное, слил, да. Не в тот он каст. Не в тот каст, да-да-да, не в тот каст. Если кто-то встанет, что-то такое. Что, так, не упал? Так, по-моему, СС был. Не было ССки. Ну, встаем туда. А чё, а чего поумирали? Не, ну нормально, нормально, нормально. Почти убили. А чё, да. А чё поумирали? Ну, жёсткий ну, бой, нахуй. Меня убила молния. Там Валера умер от чего-то. Вот, интересно, чего. Чтобы от этого чем, мы опять в дверь. Да, убили. Опять так же. Меня убил проводник молнии, то, что я это, видимо, рядом с кем-то стоял. Но ты этого не избежишь. Тут наоборот надо раньше набирать. А какой раньше молнии? Да, проводник. Сейчас скажу. 10 метров. Понял. Раньше 10. Да. Ну, скажу так, хилить сложно, только яд. И остальное легко прохиливается. Ну, нам сейчас было сложно хилить тем, что у Войда Аршама у него нету 4Т4. Ага. Я тебя умоляю, я тут не 4Т4 в основном нахиливаю. Но он 230-й. Да, тут разница просто банальная в шмоте. Ой, я охуевший, я не побегу. Вы как там делаете? Что делаете? Где? Кто туда? Сори же, что-то зайдешь туда? Да вы там что-то там делаете. Alt+F4 нажимаешь, пока у тебя дверь не загрузилась, пробегаешь. Да. Но у меня стоит SSD-ха, вряд ли такое получится. Какая же хуйня, но не SSD-ха, но мне все равно грузит места. Ну, у тебя не зависит прогружение вокруг тебя объекта. Кстати, помнишь? От SSD-хи зависит. Помнишь, зависит. Ты была проходила, у тебя долго грузило? Ну, это да, но говорю, сейчас SSD-ха прогрузка зависит. Ну, понятно, что у вас трай, мы уже тоже, видишь, договаривались на полчаса, осталось 10 минут. Так что как раз один трай. А что, никто больше не может? Ну, минус двое уходит. Сейчас там вроде ласт трай. Ну, вот ласт трай делаем. Ну, если я говорю, есть у вас время, можно и попробовать там завтра, послезавтра. Завтра не могу, в среду могу. Ну, смотрите, если приходит хотя бы 8 человек, то можно попытаться что-то найти, кого-то потравить. Если уже 7 и меньше, то где мы народ найдем? Ну. Саришь, ну что, ты проходишь? Завтра к 13 туда. Нет, он тут с нами стоит. Вы смогли убить? Они не могут. Шкаф ставь. Ты прошел? Да. Сейчас. Нажимаете. У нас и фласки 9 минут. Сейчас быстро бафаемся и погнали. Засумоньте. Ну, 13:30. Ну, норм. Мы как раз там соберемся, что кого. Ну, буду иметь в виду, что 13:30. Что можно. Думаю... Бля, жмякнуть бы еще. Я думаю, что нам нужно, видишь, я думаю, мое мнение какое, что мы немножко пропустили контент в виде ИВК-25. Поэтому мы здесь так нам очень тяжело здесь прям на тоне. Мы же убиваем потихонечку, убиваем. Вот я и думаю, что нам, в принципе, мы сейчас, грубо говоря, одеваемся потихонечку, по одному, по два босса убиваем, по три. И... Ну, видишь, смотритель, это реально убить? Реально, но очень сложно. Окей, надо. Ну, реально, там такой посох ебать. Надо убивать. С Мороза тоже идол хороший падает? Нет, Шепард, именно в том суть, что нету никаких энроллов. Не надо об этом даже заикаться. А кто что писал про энролл? Да Шепард. А Шепард про энролл пишет. С ИВК надо. Не-не. Энролл делать. Это хуйня. Конечно.
Что-то все тут пошли. Один анрол, это слишком мало. Ебать, Гэм, сука! То без анролов, то ему один анрол мало. Вот сука, бля, жука. Да. Сейчас мы резко видим кик из гильдии подавана. Мне женщина, типа, противно, но делаешь, хули. А вы еще раз, что еще раз? Я говорю, как встречаться с замужней женщиной. Противно, но ебаться охота. Бля, почему противно? Ну, противно же, нет? Ну, не у тебя ты... Ну и чё? А ты, ты типа, не... А ты не муж. Ты... Теперь мы поняли, что Валера может из замужней девушки встречаться. Не, а чё в этом такого? Да, я тоже не понял. Вообще ничего такого, хуйня полная. Ну, Валера встречается с замужней девушкой. Я женат, скорее, на замужней, да? Да, Валера женат. Да, вот именно. Давайте себе фасочки бафаемся, рыбку ставим. Если так посудить, да, то если она с тобой встречается, значит, у нее с мужем секс уже давно не было. Да, хуй. Может, она там ебать со всеми. Да, она уже как новая, ебать, если у нее ничего не плохое. Ну, у тебя никакой моральной преграды не встает? Тебе хотя бы не жалко того человека, которого она кидает? У него встает не моральная преграда. Именно. Блядь, тебя же не останавливало, что ты там какую-то бабу на корпоративе тискал, хотя он завтра замуж выходил? Бля, она сама просила меня ее потискать, блядь, я что сделаю? Она тебе таким прямым текстом говорила? Она, блядь, говорит, пойдем в туалет. Я говорю, я что, еблан, блядь, в туалет идти нахуй? А может, она тебя попросила волосы подержать, ей плохо было? Да, потом ко мне поехали. А что, давайте фулл баф, поехали. Заберем его уже. Да, Юра, что ты... Встаем белыми. 4, 3, 2, 1. Че, можешь побить? А, ну побей. Да не надо. Да я пошутил. МП-6 дайте. Вот под этот... Вот. Бля, я бухать был. Ты зеленку под аван по КД жми, ты какой-то стак можешь завейдить. Благодаря зеленке. У тебя стак не повесится просто. Стоим, прохиливаем. Чонки. Это я ударил. Только не подходи, блядь, туда. Хилы так копей. Значит, лопал шоссе скинул. Я кинул. Ебать, оторвало. Не подаван, а подаванище. На, нахуй. Почему быстрее? Ну, да нету БР, минута. Все, отбегаем, там на ком-то у нас СБ. А что случилось? Да, бля, это диван еще на у меня просто в куски. Рассказываю, на мне. Было два дебафа, один диспелится, второй не диспелится. И типа я там не, уже... Ты скинь лог смерти, чё? В смысле, откуда такой урон? Подожди, не было на тебя двух дебафов, он уже... Который один диспелится, один не диспелится. Ну скинь лог смерти и посмотрим. Ща. Что спорить? Чё, нахуя все встали, мы тут же. Так никто и не встал. Ну... Я хуй знаю. Тебя облако задамажило, кстати. Которое не должно дамажить. Да, 8000. Что такое 8? Просто густой яд и выброс яда на мне висит. Ну, 8000 по тебе это тоже урон, когда тебе мало хп. Выброс яда это когда он стреляет. Да, нам-то еще ебай, как долго босса было бить. Да, смотри же, ща. Кать, поставь, пожалуйста, джипсы. Сейчас. Ну, хуй знает, сейчас сопроты кончатся, я не хочу новый пить. Охуй, води быстрее. Ядовитый град диспелится с тебя. А джипсы поставила. Води, значит, быстрее, но не лутаю урон лишний. Просто тебя пиздец ебасос отрывался. В прошлый раз даже такого не было. В прошлый раз такие приколы были, когда уже под самый конец.
И под ядовитый. Вот я не знаю, как он на тебя навешивает стаки. Я бы на твоем месте уже бы словил. Что, есть у кого-то фласки на саппорт? Надо все-таки перепить, что там 100 голд. Я понял, он подкаст, короче, кидает не под себя лужу, а под меня лужу. Короче, суть в чем? Ты за счет того, что ты зеленку прожимаешь, ты можешь заэвэдить стак лишний. Если я понял. Красиво, то вполне возможно, что ты даже скинешь все стаки. Хуй его знает. Может быть, это скана. Да, кого саппорт укончил? Лучше выпить. 100 голды, это хуйня. Давай. 25 минут обмен. По давану дай. Где? Рога, где ты тебе голды? Сука. Ты думаешь, на Аркане этот Геро, не здесь? Да нахуй ты мне кидаешь. На Аркане Геро лучше просто потому что там дамаг больше проходит по нам. По рейду. Там считай то, что тебе дают. То, что он кому саппорт? Стрелу. Плюс щит дамажит, сбитый с него. Плюс еще руна дамажит. Все, давайте, пули. Дайте купить Мас саппорт у кого? Да сейчас. Я вот не знаю, что ты сейчас делаешь. Чтобы тебе хилить, я вообще сейчас пока что не потею. Ты мне? Нет. Сейчас только начинается. Он зеленку начал нажимать. Стаки. Видимо. Потому что только сейчас начинается самый путь. Все, бля, бласт трай точно. Делай все так же, как и делал. Локал ты, конечно, отмажешь, хуй тебя когда догонишь. Слишком дохуя. Это героика в чате, что ли? Да, вроде. Сейчас начинается потеть только. Я не всем, что... 6% потеть. Угу. 7%. Ой, нет, херню сказал, 3%. 3% потеть. Сейчас активируется уже. Последний процент. Пытаемся. Он вышел в другой. Аркан. Вышел. Так же, как Петра все делает. ПЛ даем? Да.
Ну, это нормально, что это ядовитое облако? Да. Да, оно дамажит? Да. Готовим сейчас, блядь. Выйдет. У меня не зыбка КД. 30 секунд. На Руна. Следующую дам. Руны. Дальнюю закрываю еще рядом со мной. Защитите сами себя, что-то тыкните. Давайте прохилимся. Щит вообще. Я на следующую не смогу дать, поздно откадешиться. Хорошо. Бакаем все равно. А вот следующую смогу. Что, Валера не умеет. Справишься. Тут плотно. Абсолютно с тобой согласен. Рунки сейчас будут попробовать. Руна. Вот для меня еще две быстрее. Тихо-тихо. По-моему, брат, скопить. Режу. Могу не стою. Нужен. Давай. Ой, пока не надо. Ну, блядь, ок. Думал. Понял, что есть ДПС, может быть, не грубо же давай. 4%. Сейчас переверну, блядь. Руна. Вот за меня еще две быстрее. Ну блять, сука! Сука. Войт его заебланили. Да вообще пиздец. Ну естественно, Войт мне нужно отбегать, потому что я домогну всех кого-то вокруг меня. Последний процент переходки был. Ой. Ну все, давай. Ну тоже неплохой трай. Я понял, короче. Валер, ну чё, вообще, типа... Нормально, вот, да, я, вот я в этом? Я тебе сейчас скажу, вот ты сейчас прям водил так, что мы начали вот с Катей потеть. Я думаю, Катя, ты со мной согласится. Последний, когда ему осталось 10-15%. Мы вначале мы тебя просто хилили, тупо ход. А я первый стак заэвейдил. Ну, на тебе три ходки висели. Я первый стак заэвейдил, короче. Я понял, я, как а это все. Понимаешь, ты счастливый, пиздец, счастливый. Я говорю, правильно. Если ты подстроишься в целом, ты сможешь зеленкой вообще его четко эвейдить. Ну, все там заэвейдить нереально, потому что зеленка типа кдэшится долго. Да, я с тобой абсолютно согласен. Но если ты сможешь эвейдить хотя бы периодически, ну, хотя бы разок, если ты скинешь, это уже для хилов просто овер дохуя. Не, хорошо. Это и экономия маны, и экономия, собственно, ну, шансы на выживание. Че, ПВК 25 ставлю в четверг тогда? Ну, короче. Да. А воскресенье... А сколько больше? Женя... Давай, короче, так. За вас не было слышно, Женя. Ну, а ты еще раз говорил. ВК-10, а в понедельник уже король я. Ну, давай так. ВК-10 тоже может что-то помаять полезное. Расставь с 30 до 4 числа, короче, рейды. Ну, да, ну я расставлю, но я примерно...